Здравствуйте! В этом видео я расскажу о интересных способах охоты животных. Наверное, самый удивительный вид дельфинов – афалины выработали множество различных охотничьих приемов. Иногда вместо второй группы дельфины используют песчаные мелководные у берега, куда они загоняют рыбу как в ловушку. Например, небольшие группы, как правило, окружают стаю рыб, не давая ей уйти. Если охотится небольшая группа дельфинов, охотники могут двигаться навстречу друг другу, формируя две большие дуги. Приближаясь, они замыкают кольцо, заставляя рыбу сбиваться в плотный шар и поднимаясь ближе к поверхности, где ее ждут остальные дельфины. Каркал или степная рысь. В прыжке этот хищник может поймать птицу на лету. За счет ножных мускулов эта кошка при высоте полметра способна подпрыгнуть в воздух на 3 метра и поймать птицу на лету. Чтобы выдержать жестокое приземление, суставы в ее конечностях работают по принципу амортизаторов, но добыча сопротивляется. Сусарка одна из самых быстрых бегающих птиц Африки, но если птице ей удается ускользнуть, каракал, обладающий острым нюхом, все равно выследит ее. Эта кошка обладает не только острым нюхом, а и прекрасно видит в темноте, и когда птица приземляется, каракал уже ждет ее. У рыбы-снайпера много прозвищ. Кто-то зовет ее брызгуном, а кто-то рыбой-тигр за характерные полоски на боках, похожие на тигриное тело. Любопытно, что выстреливать водой рыба-снайпер может на расстоянии около 2-3 метров. В аквариуме эти рыбы тоже живут и не размножают, по крайней мере об этом точно неизвестно. Когда рыба-снайпер замечает свой будущий обед, то молниеносно выстреливает струей из воды, надеясь сбить жертву в воду. Дело в том, что пищей для брызгунов служат мухи и небольшие насекомые, которые любят сидеть рядом с поверхностью воды. Хотя рыба и не зря названа снайпером, стреляет водой она весьма точно, но и промахи у брызгунов очень частое явление, потому что водяному выстрелу мешает ветер и рябь на воде. По этой причине за раз рыбе-снайперу нужно выстрелить 5-7 раз до того, как добыча улетит. А на этом все. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и поделитесь этим роликом с друзьями.